Ильич-то, Ильич-то, батюшки мои, развели, а? Да пылища-то сколько, а? Развели-то! Ух ты, деспоты! Оф, чуть не заснул. 2 часа уже жду, а? Ай, так дальше продолжаться не может. Надо взбодриться. Акула-кузница, акула-кузница, молодые кузнецы. Сучок-то, чё вы творяете? Они кают, они кают, они кают, принаваривают. А волосами приколачивают, они кают, они кают. Анна Тимофеевна, простите, я не знал, что вы здесь. А ты молодец, певучий. Простите. Ну что все простить да простите. Не так уж я больно и напужалась. А давай споем. Вместе. Пока никого нет. Я не знаю даже. Да ладно, ты не руби. Ну чё ты, про кузнецов. Ну давайте. Ну давай. Ваку, ва-кузнецы, 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 молодые кузнецы, ва-кузнецы, молодые кузнецы, они! Они куют. Они! Глафира Андреевна. Я смотрю, у вас тут весело. Нюра. Ась. Я говорю, весело у вас тут. Да? А я что-то не заметила. Глафира Андреевна, это я виноват. Я вас ждал, ждал. Вы же обещали со мной историей позаниматься сегодня. Да. Ой, а я и забыла. Забывчивая такая. А, забывчивая. Что, Глафира Андреевна, про себя такое говоришь? Так, может, прямо сейчас и позанимаемся? Позанимаемся? Ну, я ждал вас, ждал. Что-то нет охоты. Вот тена. Да и потом, чему там учить? Вон у папеньки сколько книг по истории в библиотеке. Бери и читай. Да я бы с удовольствием, только знать бы, какие книги и с чего начать. Может быть, вы бы посоветовали. Федор, ну к чему такая срочность? Вот тебе на еще раз. Что ж ты, барни-сударня, доброе дело-то не хочешь сделать, ведь обещалась уже. Надо-то людям помогать, а не характеру показывать. Нюрочка, я попрошу без наставлений. Вот тебе на еще раз. А я не наставляю, я говорю, людям помогать надо. Ты Федора научишь, а там, глядишь, и он тебя какой науке обучит. Вот и будет ладно. Кто он? Ну, чему он меня научить может, а? Чему? Да я не знаю. Ну, вот видишь, чему. А там и видно будет, чему. Поверь мне, Нюра, Нюрочка, я у него никогда ничему учиться не буду. У меня образование, а у него... Ну, это правда. Ой-ой-ой, образование, ты, барыня сударыня, не хвались, а образование, не зарекайся. В жизни всякое бывает. Всякое? Но уроки я у него брать точно не буду. Заруби себе это на носу, Нюра, Нюрочка, могу поклясться. А ты не клянись и не хвались, нечего грешить. Ну, хорошо, но и учиться я у него точно никогда не буду. Не буду, не буду, не буду, не буду. Ох, видать, не дождаться тебе твоих уроков-то, Федор. Вот с такой учительшей. Видать. Глафира! Ой, папенька, я уже по вас соскучилась. Подожди, подожди, Глашенька. У меня для тебя сюрприз. Эка и балуете вы нашу голубицу-то. Какой, папенька? Да вот, купил тебе... Инструмент вот. Ой, папенька, чудо какое. Эх, чудная балалайка. Это не балалайка, это гитара испанская. Значит, испанская балалайка. Я так давно о такой мечтала. Ну, садись, садись, попробуй, возьми в руки-то. Невидаль. Как бы я хотела научиться играть. Только она не настроена. Да? А ты откуда знаешь? Да, я... Так ты, случайно, может, и настроить можешь? Ну, я могу попробовать. Ну, так давай, давай. Вы позволите? Простите. Thank you.
Сарчук. Так ты играть умеешь? Да, я так. Ну-ка, прошу тебя, братец, прошу. Да ты давай, не робей, сбряцай что-нибудь по струнам-то, спой. А что изволите сыграть? А вот это, знаешь, братец, выхожу один я на дорогу. Матенька, а? Ну в самом деле, что? Ну кому вы это говорите? Все, братец, а? Да, я 3 года у одного музыканта служил, ноты переписывал. А он, шутки ради, взялся меня нотам учить, да игре на гитаре. Сначала в шутку, потом всерьез. Молодца, ай, молодца! Ну, а я учиться всегда рад. Никогда не знаешь, что в жизни может пригодиться. Это верно, верно. Да. Федор, а ты еще не придумал историю изучать? Нет. А что это ты забеспокоилась, голубица-то наша? Да так, просто... Федор, кстати, а может быть, ты научишь меня играть на гитаре? А? Я с радостью. Ну-ка, погодь, Федор. А кто это у нас тут давеча клясться собирался? Клясться? Нюрочка, ну что ты, кто старое помянет? Стыдно. Да. Это хорошо. Ты, Федор, на нее не серчай. Она у нас добрая. Хоть... И балованная малость. Что все это значит, хотел бы я знать. А ничего, ваше превосходительство. Ничего. Разрешите идти, ваше превосходительство. А разрешаю. Иди. Ох, Нюра, Нюрочка. Я, честно говоря, сам иногда ее побаиваюсь. А, может быть, мы сейчас и начнем? Да, я бы мог. Нет, нет, не мог, Федор. Папенька, почему? А вот потому. Он, когда пел, напомнил мне одного музыканта в нашем полку, который так трогательно исполнял эти произведения. О ком-то вы говорите, папенька? Вот представь себе, доченька, о полковом барабанщике. Он такие трогательные эти дроби выбивал, такие, прям до слез. Да, вот с ним-то и произошел один примечательнейший случай. Интересный. Очень, очень, да. Поэтому, братец, сейчас вот запишешь, а потом уже можете музицировать. Согласна? Да. Ну вот и отлично. Ну а ты, Федор? Само собой, ваше превосходительство. Тогда в кабинет. Готов? Готов. Дело было так. Стояли мы тогда полком под Псковом. Учения были, как сейчас помню. Ну вот выхожу я как-то на зорьке из палатки, как всегда не спится, и вдруг слышу.
Ну и задание дал этот Федор. Для первого раза, говорит, попроще. Ничего себе попроще. Думаешь, я отступлюсь? Ни за что. Ах ты, батюшки, опять намусорили. Вот ходи за ними, уже деспоты. Ваку, кузнецы. Молодые кузнецы. Ах ты, батюшки. Ой, да что это вы меня сегодня все пугать-то вздумали, а? То ты, то писарчук. Я не собиралась тебя пугать, Нюра Нюрочка, совсем не собиралась. Все смеешься, ой-ой-ой. Ой, Нюра Нюрочка, ты наша дорогая, скажи-ка мне, сколько же лет ты у нас служишь уже, а? А то ты, барыня-сударыня, будто и не знаешь. Не знаю. А вот сколько живу, столько и служу. И все время ворчишь. А как ж тут не ворчать-то, барыня-сударыня? Ты ж посмотри, люди-то порядку не знают, да? Все ходят, мусорят, ты мусорят. У, деспоты! Ой, смеешься надо мной, да? Прости, Нюрочка. Ну ладно, ладно, ты смейся. Смеяться-то лучше, чем уж слез-то лить. А ну-ка, скажи-ка мне, моя голубица, что это ты у меня тут сидишь, скучаешь? Погода-то на улице, глянь, какая, ой, как пирог именинный, радостная. Да я не скучаю, Нюрочка, я вот учусь. Это у нас такой урок музыки. Знаешь, какое он мне задание дал? Какое? Да жуть! Деспот. А ты учись, учись, барин, сударыня. В жизни-то оно всякое пригодится. Пишет. Пишет, пишет. И дела ему нет, что я тут мучаюсь с этими нотами. Да ладно тебе, пущай пишет. Глядишь, от него какая польза-то. Польза? Какая от него польза? Вот я бы уже давно, а он все сидит и сидит, грамотеет. А я смотрю, барыня-сударня, ты не меньше моего ворчунья-то. Я? Купа-купа-купчик, я пойду куплю коробчик, за новой тряпочкой схожу. Да купа-купа-купа-купчик. Я ворчунья. Польза от него тоже мне. И никакая я не ворчунья. Вот он ты! А его превосходительство? Да знаю, к тебе пришел. Садись, пиши мне документ. Какой документ? Ну и непонятливый же ты. На мазь доктор прописал. 12:30. 12:30 чего? Ты что, издеваешься надо мной? Если я неграмотный, так и шутки шутить можно. Нет. 12 копеек и 30 копеек. Одна мазь и еще одна мазь. Две мази, во. Понял? Мазь? Там лобай лапу потянул, ты что, не понимаешь, лобай! Да какой документ? Да для аптекаря расписка, что, мол, не обманем, что его превосходительство оплатят. Я верхом за миг обернусь. Да не могу я. Ну, человек, не человек, а прямо каверза какая-то. Пиши расписку, кому говорю, закорючка. Да придут его превосходительство, вы подождите его. Подождать? Да ты, чернильная душа, чего огородишь-то? Там лобай, ты понимаешь, лобай, ему лапу мазать надо. Ну, человек, бумага, где таких берут только? Пиши документ, я тебе говорю. Возьмите, там хватит. А документ? Я не вправе. Не вправе? Да, а как же я к аптекарю поеду? Не вправе, это ж для пса его превосходительство. А ты не вправе. Как же ты не вправе? Да а кто вправе? Угу. Там лобай, ты понимаешь, лобай! Пес его, превосходительство! Если ты не вправе, то кто тогда вправе? Я вправе! Анна! Анна Тимофеевна! А ты что здесь вообще делаешь-то? Ты куда это пришел? Тебе что это здесь? Псарня, что ли? Ты че мне сюда пришел? Грешь из сапог трясти? А? Ты он? Ты вот так натоптал-то как, а? Ах ты деспот! Да, дядя Митяй, попал ты в переплет. Анна Тимофеевна, я этого, ну того, я приберу. Приберешь? Че ты приберешь-то мне? Приберет он мне! Тебя самого прибрать-то надо! Он в голове солома, на ногах-то вон! Грязище-то какая! Я тебе сейчас тряпки-то
Лариса, Нюрочка, ну остынь, пожалуйста. Ну что ты, дядя Митяй, ну беги давай, что ты. Бегу, бегу. Ну что ты, тебя, Лариса, пошищек-то и не видала больше. Вот, видишь теперь, за водой идти надо. А ты его не бойся. Если что, то меня кличь. Я и не боюсь. Угу. Что, я не видела, как ты дядя Митяя испугался? Да не испугался я. Трусишка ты, трусишка. Как вам будет угодно, Глафира Андреевна. Скажи спасибо Нюре Нюрочке, она за тебя вступилась. Вы позволите? О, конечно, конечно. Благодарю. Да, Федор, я думала, ты смелее. Так, это было в январе. Месяца, числа. Федор, только не делай вид, будто ты меня не слышишь. Я слышу вас, Глафира Андреевна. Неужели? Трусишка, трусишка, трусишка. Вот ведь, а. Мемуары, значит, ты сдал свои. Ой, ну, Ванька. Ну, посмотрим, посмотрим. Это ж надо. Моя героическая летопись. Это серьезно. Вот если бы с моим папикой разговаривали, как с тобой, уж он бы ответил. Да так, что грубияну бы и мало не показалось. Грубиян бы тут же убежал. Неужели нужно было грубить в ответ бедняге? Нет, нужно было говорить, ах, простите, пожалуйста, прошу. Нужно было поговорить по-мужски. И вместо одной грубости было бы две. Я думаю, это как раз Глафира Андреевна, и не по-мужски. Да ну! Мне кажется, проявить снисхождение, доброту к человеку, найти силы, простить его, гораздо более мужественный поступок, нежели и всего устраивать вражду и драку. О-хо-хо. Да, так меня учил отец, а он был человеком отважным. Правильно тебя учил отец, правильно. Папенька! А вот тебя, Глафира Андреевна, видимо, отец неправильно учит. Да что вы, папенька! Но он постарается исправить свою ошибку. Я это тебе обещаю. Эй, Писарчук! Ну? Простите. Рассказывай. Что вы хотели? Анны-то Тимофеевны-то нету? Нету. Замазья малого отправил, с деньгами ему дадут. А ты это, не серчай дюже на меня. Я там наговорил лишнего. Виноватый я. Да ничего. Да стыдно. Прости уже. Ну, не по-мужицки я как-то говорил, понимаешь, без уважения. Ну, характер такой. Ну, я исправлюсь. Ты, если чего надо, только скажи. Я ведь для хорошего человека завсегда помогу. Дядя Митяй? Глафира Андреевна, виноватый я. Можно я побегу, пока Тимофеевна-то не нагряну? Иди, иди, я смотрю, боишься ты очень нашу Нюру-Нюрочку. А то! Может, ты, Федор, и прав. Вон даже дядя Митяй приходил извиняться. Ответь ему грубостью, обиду б затаил. Не знаю, что у вас тут произошло, но то, что добротой можно многое победить, это верно. Вот был у нас в полку такой поучительный случай. Федор, записывай. А ты, Глафира, послушай. Были у нас тогда полевые учения. Стояли мы за штатом городишки. А надо сказать, служил в полку подпоручик. Лихой такой молодец. И вот как-то вечером